Так, уважаемые товарищи студенты, сегодня на нашей лекции по психологии мы будем обсуждать три схожих стадии психики человека. Это легкое удивление, раздражительность и стопроцентный гнев. Давайте посмотрим на простом примере. Я сейчас набираю совершенно незнакомый мне номер. Алло. Здравствуйте, а Васю можно? Вы знаете, здесь таких нет. Видите, это было просто легкое удивление. Набираем сейчас тот же самый номер. Алло. Здравствуйте, а Вася еще не подошел? Я же сказал, здесь нет таких. Итак, это было легкое раздражение. Теперь я набираю тот же самый номер. Алло. Здрасте, а Васи все еще нет? Да пошел ты нахуй! Итак, вы видите, это был стопроцентный гнев. Ну что ж, теперь приступим к практическим занятиям. Простите, профессор, но вы забыли про четвертую стадию. Это про какую уже? Стадию полного охренения. Вот смотрите. Алло. Здрасте, это Вася, мне кто не звонил?